Всем привет! Перед наступающими праздниками, Новым годом и всеми прочими мы хотим с вами поделиться одной находкой. Мы открыли для себя очень один хороший магазин, в котором можно приобрести разные деликатесы, в том числе и морепродукты. А началось все с чего? Вы нас очень просили приготовить суп том-ям, а для супа том-ям нам нужны были креветки. И мы не знали, где их найти, чтобы они были свежие и хорошего качества. И мы вспомнили, что Япона-мама открыла у себя на страничке магазин Япона-маркет, в котором они продают большое количество морепродуктов. И мы заказали у них креветки. Но так как там огромное количество просто всяких вкусняшек, мы еще не остановились на этом и заказали еще много чего. Сейчас я вам это покажу. Итак, показываю, что мы заказали в итоге. Мы заказали тигровые креветки для том-яма. Также мы заказали угорь. Мы из него приготовим какой-нибудь сливочный суп с угрем. Это будет очень вкусно. Также мы заказали стейк норвежского лосося. Он был свежезамороженный, сейчас уже немного оттаял. Мы его нарежем и сделаем из него запеченные стейки в духовке. Тут же есть еще норвежский охлажденный лосось. Его можно использовать в любые салаты, в круассаны, как начинку, на любые бутерброды. Он сырой, но есть его можно свежим, то есть он не требует термической обработки. Также хотим обратить внимание вот на этот продукт. Это копченый лосось. Его можно добавлять в любые салаты, особенно перед Новым годом. Очень советуем вам приготовить оливье с копченым лососем. Это очень вкусно, очень изысканно, и я думаю, многие это оценят. Ну и также мы заказали немного красной икры. Я думаю, о ней можно много не говорить, она очень вкусная, и также можно использовать ее в новогоднем столе, начинять им тарталетки, добавлять в салаты. Ну, то есть это такой палочка-выручалочка для новогоднего стола. Итак, сам Япона-маркет находится на страничке Япона-мамы, вот тут вот. И здесь вы можете уже выбрать все, что вы хотите, потому что тут огромный выбор очень интересных продуктов. Вот именно тут мы все заказали, тут все с ценами, доставка отличная, поэтому вы можете воспользоваться этим магазином и купить самые свежие продукты. Все морепродукты и рыба свежезамороженные, а это значит, что они сохраняют всю пользу и качество продуктов только что пойманной рыбы. И хранятся отлично в морозильной камере, в целом довольно-таки долгое время, ну где-то до 2 месяцев, это точно. Вот такой вот салат мы приготовили из копченого лосося. Тут просто зелень, немного огурцов, немного помидоров, оливковое масло, соль и сок лайма. Осталось нам сюда выжать, и получится отличный салат, который готовится очень-очень быстро. Так, вот еще одно блюдо, которое нас всегда выручает, это стейки из лосося. Мы его просто порезали, просто любимыми специями засыпали, лимонным соком, оливковым маслом. И выкладываем выпекаться в форму. Это самый вкусный и быстрый обед или ужин, причем еще и здоровый, который только можно себе представить.